Остановка Леонозовский электромеханический завод. Следующая остановка кинотеатр «Волга». Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзером. Берегите себя и окружающих пассажиров. Остановка кинотеатр «Волга». Следующая остановка Икшинская улица.